Январь, пятница, 13-е! Распространенная среди суеверных примета, целящая день неудач и неприятностей. Но это не про нас, ведь все мы знаем, что в ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый Год. Так что приготовьте миску оливье, купите мандаринов и проведите выходные в повторении новогоднего празднества. Но не забывайте, что в понедельник начнется очередная рабочая неделя. Данное видео создано специально для паблика ВКонтакте «Настоящая типичная дочерша». Спасибо за просмотр и удачного дня!